Если вы хотите набрать мышечную массу правильно, вам необходимо придерживаться в обязательном порядке несколько важных правил, которые помогут нарастить мышечную массу без увеличения жировой прослойки. Для роста мышц необходимо соблюдать несколько основных правил. Вам необходимо повысить количество потребляемой пищи. Если вы хотите нарастить мышечную массу, вам нужно увеличить суточное потребление калорий практически вдвое. Но с таким условием, что вы должны использовать набранные калории для усиленных тренировок, то есть много кушать и усиленно тренироваться. Главное употреблять больше сложных углеводов и белково-содержащей пищи. И никаких вредных продуктов. Мучное, сладкое, газировка, копченость и тому подобное. Употреблять пищу необходимо 5-6 раз в день, через каждые 2-3 часа. Важно не допускать чувства голода, так как вы запустите процесс по разрушению мышц. Также не забывайте про воду. Чем больше вы пьете, тем лучше не только для мышц, но и для организма в целом. Вы стали употреблять большое количество полезной пищи, а теперь вам необходимо пустить набранные калории в нужное русло, то есть хорошенько покачаться. Для роста мышечной массы делаем упор на силовые нагрузки, например, 65% силовых и 35% кардио. Но помните, если у вас имеется лишний жир, прежде чем стараться нарастить мышечную массу, вам необходимо избавиться от лишнего жира путем правильного питания и физических нагрузок. 65% кардио и 35% силовых. Если вы хотите нарастить мышечную массу, но при этом у вас есть лишний жир на теле, то для начала вам необходимо уменьшить лишнюю жировую прослойку. Для этого нужно подключить все вредные продукты, налегать на постное мясо, овощи и крупы. Для начала на первое место идут кардионагрузки, но не забывайте и про силовые. Лишний жир сгорит, вы заметите на теле мышцы, поэтому выполняйте и кардио, и силовые упражнения. Это поможет вам сжечь жир и набрать мышечную массу одновременно. Наверняка каждый мечтает о красивом рельефном теле, на котором нет ни грамма лишнего жира. Добиться такой формы может каждый. Просто кому-то необходимо больше времени, а кому-то меньше. Но результат ждет всех одинаковый. Итак, вот три важных правила для того, чтобы набрать сухую мышечную массу. Для начала вы должны подготовить тело к росту сухих мышц, то есть вам необходимо избавиться от лишнего жира. Правильное питание 5 раз в день небольшими порциями плюс физические нагрузки. Делаем упор на кардио, но не забываем и о силовых нагрузках. Главное, перед основной тренировкой у вас не должно быть лишнего жира, иначе на вашем теле не будет желаемых сухих мышц. После того, как тело будет готово, приступаем к увеличению потребляемой порции. Белки 60%, углеводы 30% и жиры 10%. Если вы потребляете в день 1500 калорий, теперь вы должны увеличить их до 3000 калорий. Начинаем усиленные физические нагрузки. Тренироваться для набора сухой мышечной массы необходимо не менее 1 часа. Это время мы распределяем так: 40 минут силовой нагрузки и 20 минут кардио. Не забывайте про баланс, правильное питание с большим содержанием протеина и интенсивная тренировка. Теперь вы знаете, как набрать мышечную массу и убрать лишний жир. Поэтому смело приступайте к осуществлению своей мечты. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. Всем мир, до новых встреч, пока!